Здравствуйте, друзья. Мы со Светланой давно что-то не ходили на open houses, то есть на день открытых дверей, так это дословно, значит, когда показывают недвижимость. И мы будем сегодня смотреть несколько домиков в городе Саннивейл. Это как бы часть Кремниевой долины, это спальный в какой-то части городок, а в какой-то части очень индустриальный, ну, в нашем смысле индустриальный. То есть тут есть места, где офисы компаний. Так, и Светлана нам расскажет сейчас пару слов о том, что мы увидим поначалу. Что это будет, Света? Да. Что за дом? Значит, это дом, две спальни. Так. Один туалет. Две спальни, один туалет. То есть маленький такой домик. Так. Он не такой маленький, потому что у него почти 1200 скверфутов. 120 квадратных метров, грубо. Да, для двуспального дома это, в общем, довольно много. То есть, может быть, там еще что-то пристроено. Площади, да. Так. Значит, лот у него 6000 скверфутов. То есть, 6 соток участок. Год. Так. Вот, построен в 1953 году. Они пишут, что он апдейтнутый полностью, что там новые кабинеты, гранитный каунтер. Понял. То есть они как бы сделали ему какой-то ремонт хороший. Да, но что самое интересное, что там хорошая школа. Ага. Вот там из трех школ две хорошие: Cherry Chase и Homestead High. Cherry Chase — это вообще десятка. Да, Homestead — это начальная школа. Homestead — это где-то восьмерка, так. А вот Sunnyvale Middle — это, наверное, шестерка, где-то вот так. Ну, то есть, надо сказать, что в целом это не такое место, в котором надо думать, куда ребенка в школу отдать. Он может спокойно ходить вот в эти школы. Да, это школы неплохие, да. И, в общем, у них аскинг прайс 2 миллиона. Но я думаю, что... Ну, сколько 2 миллиона? 998. 990. То есть, они хотят миллион, грубо. Нет, они не хотят. Я думаю, что они специально поставили... спрашиваю. Они просят миллион? Да, я думаю, что они специально так поставили низко, потому что... учитывая хорошие школы, да, да, и более-менее нормальный лот, и размер дома не маленький, ну, да, совсем уж маленький, да, не совсем маленький. Я думаю, что там он уйдет гораздо выше, чем эта цена. Понимаешь, он как бы не маленький. С другой стороны, вот представь себе семью, там, в которой вот уже двое детей. Разве они могут в таком доме жить? Ну, там вот всего, так, там две спальни. Ну, всего. Еще раз, люди берут, мы же знаем, что они берут на вырост, да, там, да, 6 соток лот, там можно что-то достроить. Ну, да, то есть это дом под стройку. Да, да, если они сумеют это взять по довольно низкой цене. Сейчас, дело в том, что сейчас ситуация на рынке такая, что цены растут просто как бешеные. То есть, последние два года. Ну, вот даже вот последний, вот я не знаю, мы ожидали, что осенью цены начнут немножко спокойнее быть, но вот последний год даже, да, последний год просто как ненормальный. Идут все с multiple офферами, много предложений, спрос не... Хотя сейчас вот с ней вывели много домов на маркете, да, но это самое, что-то хорошее улетает моментально. Вот на нашей улице там неделю назад вышел дом, мы не успели, мы были на даче в это время. Да. Я думаю, мы хотели заглянуть. Хотели заглянуть, да. Он один выходной был на рынке, все, он ушел с multiple офферами. Поэтому что-то хорошее улетает моментально. А то, что такое не очень, вот мы сегодня посмотрим там за 101-м, оно это как бы... За хайвеем. С той стороны хайвея считается, да, попроще. Не, да, очень, да, попроще. Там стадион находится, я думаю, что там, во-первых, два фривея с двух сторон, да, и где ты не покупай, ты все равно либо ближе к одному фривею, либо к другому. А фривей — это шум, загазованность. Да. И плюс стадион — это толпы народу периодически. Да, то есть там место не самое лучшее, школ там хороших тоже нету. Да. Вот, поэтому там за хайвеем там подешевле будет, там существенно подешевле. Uh-huh. Вот, ну вот мы посмотрим, сравним, как отличаются по качеству эти дома, да. Я хочу сказать, что в принципе... март месяц, вот сегодня 1 марта, и март месяц, и может быть конец февраля, это как бы время, когда начинается новый сезон. То есть зимой как бы некоторое затишье, то есть люди, которые хотят продать, обычно вот не очень продают в январе, феврале, в декабре. Вот ноябрь еще, может быть, куда ни шло, и то. Нет, там праздники идут. Там ноябрь — это Thanksgiving, а декабрь — это Christmas. А потом после Нового года начинают финансы все свои приводить в порядок. И дожди идут частенько в это время. Да, ну, в общем, как-то дождей. Да. Вот уже весной вот все расцветает. Видите, погода шикарная сейчас. Uh-huh. Прям такое летнее настроение. Довольно-таки тепло. Uh-huh. Солнце светит. И вот люди потихонечку эти дома свои выставляют. Но надо сказать, что в этом году не было никакого затишья. То есть зимой и под Новый год все уходило все равно в multiple offer и за большие деньги.
правильно, потому что ничего не выходило вообще, а народ уже изголодавшийся, озверевший, им, они понимают, что если сейчас не купить, то пройдет несколько там недель, несколько месяцев будет заметно дороже, они нервничают. Куда нам? Левее? Да. В общем, насколько далеко дом находится от улицы El Camino Real? Ну, это один блок. Один квартал всего. Да. Дело в том, что El Camino Real не самое желанное такое место, потому что это большая улица, это главная магистраль. Тут по 4 полосы, по-моему, в одну сторону идет городской трафик. Поэтому один квартал от этого дела, это, в общем-то, не, ну, как сказать... Ну, тем не менее, не тихое место. Тем не менее, там вот буквально блоки от El Camino, там есть и новые застройки. Вот сейчас, я не знаю, видно или нет, мы проезжаем тут одновременно вот новые застройки, и это вот прямо на El Camino, да, тут же блок один. Да, да. Негде строить, так они вот тут негде строить, да, очень много сейчас строится, все дома перестраиваются как раз вдоль El Camino. Поэтому здесь будет очень хорошее место, вот пройдет еще несколько лет, здесь будет очень красиво. Поэтому... Так здесь и так неплохо, но просто видишь, вот парк, смотри, вот налево, да, это же парк. Это парк, да, это сити-парк. Ну, так, а за, за ним находится сити в Санибайл. Да? Здесь можно прийти с ребенком гулять. Ну, на этом углу, да, зачем гулять на углу, когда здесь много парков более... Более тихих. Ну, да. А потом здесь не то, что парк-парк, да, тут нет качелей, тут нет... Объясни мне, вот ты сказала, что сейчас вдруг появилось много, да, потому что пару месяцев назад было совсем мало. Ну, вот я сейчас 22 нашла пропорти в диапазоне Санибайл. Цен, да, в диапазоне цен там от 700 тысяч до 1 200 000. Так, а было? Пару месяцев назад сколько было? Ну, я не знаю, я в этом софтвере не искала, но я думаю, что было меньше. Было меньше. Ну, хорошо, значит, открываем новый сезон, так назовем нашу сегодняшнюю вылазку. И мы посмотрим, может быть, даже 5 домов. Во всяком случае, у нас 5 в списке, а уж чего получится, и там еще, может быть, где-то не разрешат снимать. Обычно не разрешают снимать не каждый, но вот китайские риэлторы почему-то они мнительные. И они так очень подозрительно относятся. Вот, и такие странные вещи. Говорят, а вот у нас есть брошюрка распечатанная, там флайер. Говорят, вот возьмите флайер, там есть 3 фотографии. Вот, но они же не знают, для чего тебе надо. Они просто опасаются. Они... Все остальные говорят, нет, конечно. Нет, ну на самом деле для того, чтобы оставить себе воспоминания, флайера вполне достаточно. Но они же не знают, что ты хочешь выезжать. Нет, они не знают. Ну, не суть. Я заметил, кстати, что один риэлтор мне как-то пояснил. Он говорит, что если там стейджинг, то есть там как бы оборудовано и под продажу, и это не то, как люди живут, то можно снимать, никаких проблем нет. Если это люди там живут, если в этом есть элемент приватности, так сказать, вот, да, тогда не хорошо, не положено, в общем, это против правил там, и так далее. В общем, такие правила. Все, ребята, значит, мы продолжим нашу беседу на объекте.